Ну что, благодать жизни, ребятушки, как вы думаете? Глядите. Но на все это необходим взгляд ребенка. Я про что это я и говорю. Опять же, конечно, вопрос, какого ребенка, наверное. Не все дети одинаковые, скажем так. Я бы сказал, что взгляд меня, как ребенка. Вот. Ну, во-первых, как бы это было? Во-первых, это было бы вот. Я бы шел вот так. Видите? То есть забор был бы для меня весьма существенным. Во-первых, конечно, рост. Во-вторых, просто я бы на все это воспринимал бы по-другому. Вон, видите, там кто-то уже загорает. Загорает, да.